Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как защитить собаку от комаров. Комары – вечные спутники нашего лета. Они кусают и людей, и животных, доставляя ощутимый дискомфорт. К тому же они могут быть переносчиками различных болезней. У нас с вами есть проверенные спреи и кремы против этих назойливых насекомых. Но как защитить от них собаку? Давайте подробнее рассмотрим самые популярные способы защиты лающих друзей от комаров. Специальный ошейник от комаров – это один из самых распространенных способов защитить собаку от неприятных насекомых. Средний срок службы такого ошейника составляет от 5 до 7 месяцев. При этом он отпугивает от собаки не только комаров, но и клещей и даже блох. Самыми популярными средствами защиты собак от комаров являются специальный спрей и капли для лающих. Большинство таких препаратов обеспечивают животному комплексную защиту от разных насекомых. Ни в коем случае нельзя наносить на собаку средства от комаров, предназначенные для человека. Они могут быть ядовиты для вашего любимца. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Для защиты от комаров можно использовать инородные методы. Эфирные масла гвоздики, лаванды и эвкалипт эффективно отпугивают комаров. Используйте их в чистом виде в качестве капель или растворите в воде, получив жидкость для спрея. Также неплохую защиту от насекомых обеспечивает сок цитрусовых. Смешайте его с водой и нанесите на шерсть животного. Но помните, на всех собаках эти инородные средства могут вести себя по-разному, а иногда они могут стать даже причиной аллергии у животного. Обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром перед использованием такого способа защиты. Комаров можно просто избегать. Старайтесь не гулять со своим любимцем около водоемов со стоячей водой или в низменной заболоченной местности. Именно там много этих назойливых насекомых, особенно в вечернее время. Таковы самые распространенные способы защиты собаки от комаров. Используйте их для уменьшения дискомфорта вашего питомца от этих насекомых. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!